Манкин А, окей, 80-го левела блядь. она работает, но рейдовый манкин 83-го уже не работает. И в боссов тоже не работает. Чего это ты хилишь? Балдеж. А ты... Вы, кстати, видели то, что ретрики 30к в маник дают? Ретрики ёбнутые. Все заебись, не ебал, 30 пидорасов. В маник, не А пизди. сначала, говорю, ДК выгонили, почти теперь ретрики Блядь, я могу выгонить спин будут. скинуть. Ну то, что выгонить будут, это да. В маник Типа 30к 30к в не маник. дают. Блять, сейчас тебе скину скрин. Мне сейчас чел скинул. Ну, с X5, правда, но 20 плюс они 9. Должны быть стандартные. Блять, ебать. Второй каты, конечно. Они должны меньше давать, алё, ну как минимум, блять. Да ебанись. Начнем с того, что там брюли, блядь. Давайте пойдем бить уже, ну. Я уже этот трэш веду сюда. Брюли усилки, нахуй. Ну не, ну брюли тебе 10к ДПС не дадут, это факт. Плюс они могут там быть 4Т4 плюс 2Т6, нахуй, и забей. Ну да. Это и на X5? Злой вафля говорит. Я себе... Скорее всего, так оно и есть, потому что там... На X5 нет Т6. Какой Т6? На X5 вы чё, мужики? Там целкая только что. Вы чё, покурили, ёпта, перед РТ? Это Авелания поделился. Это пиздец, что-то нахуй. Ты там заебался и, блядь, Таджикистана нахуй трубу высить, блядь, всем нахуй. Я не слышу же. Ой, хорошо. Да, хорошо. Что говорить, что говорить, надо исправить. Ладно, давайте пати поможем. Так, скажу еще, твой ваф вчера в этот 30-ку все-таки дал в этот 25 обычки по фросте. За нерв не нужен. 4-5. Посмотреть еще будет попробовать. Может, не настолько. Это... Типа, ну, будем честны, типа, 30-ка это позор. Бля, хуй знает, позор, не позор. Типа, ну, это не на бурсте, он да, дал. Это позор, я не знаю. Нужно новый спек искать какой-то. Хуй, можно в аркана спекнуться, но это ебал в рот, это ебаный, блядь, прокущий. Есть трэш, но в лес, в аркане очень неудобно. Ну, я говорю, что, типа, там нужно АФК стоять. Как типа, там во фросте прикольно играть в нем. Весело. Сумбур, хаос и полный пиздец. Типа, возможно, когда они починят 4-4 на фроста, этот спек заиграет, но пока это помойка. Алло, на пулу, блядь, дайте в танка. В какого? Я танчу, все нормально. Беги, Витя, беги. Юлю. Могу зайти. Она занята. Хуя богу не дало? Че? Че? Рестарт 15 минут. Что, может заргнем? Там, наверное, будут фиксы в Т4. Там, наверное, укус нахуй починят. Ну, давно пора, как бы, ретрики... Ретрики не должны спрашивать, ходить им там место? Сейчас магов еще больше без занерфит, пойдешь в помойку. Да я так уже в помойке забей, я даже не хочу обновлять, блядь, я сейчас нахуй. На просто 24 роги еще больше урезать. А тут пиздец. Да нет, вроде. Можно. Распиздился. Было, не было. Ёбните, никто не по каске, блядь. Зато я за ХП 2Т4, 2Т5 апнули. Ну вот, блядь, хорошо, ёпта. Сука, не так дают дохуя, блядь, их еще апают. А магов просто, ну, блядь, это именно 2Т4, 2Т5. Смотри, смотришь на меня? Нет, я не смотрю стримы. У меня и так, блядь, 95% нахуй за полчаса скачалось, блядь. Короче, смотрите, как сопля теперь летит. Сейчас покажу. Типа она должна медленно лететь, да? Да, смотри сейчас, как летит. Оп. А, нихуя себе. Летит сейчас. Да, да, торпеда, да. Бля, ну это с кайфом, кстати, это вот... А реворку вытащить? Да ну нахуй. Ну это именно 2Т5 так работает. То Т4... Ой, 4Т4 слабее стал. Ну это понятно, там... Там же, типа, этот...
Там чудо командирсили и все. 12 секунд у меня. 1200 хосты. А чё войт ЦОКшечка на сколько примерно? А войт. Браза. Часа на 2. Ну, если часа на 2, то я могу сходить. Завтра опять подставать в 7, нахуй. Блять, в рот ебал. Сейчас мне нужно идти готовить. Блять, я ненавижу эту жизнь, нахуй. Сейчас высок нас прыгнул. Встал и вышел. Да, встал и вышел, нахуй. Смотрю на свои последние цифры, 28 тысяч ДПС, нахуй. Все, сейчас будет 1015. Давайте там рестарт сделать, ебаный в рот. Да, скриншот на память. Все, нахуй. Че у вас там? 2Т4 так жестко поменяли? Да, там самое главное поменяли то, что там сейчас нету 15% урона от фрост этого, от фрост магии. Так что. А хотя подожди. Стрела ледяного огня. Бафнуто от силы заклинаний. А, это периодический урон, блядь, спасибо нахуй. Ну, блять, как апнули, да ебаные волки. Сейчас проверим. Да. Какой, на духов? Нет. Который я делал. А, прям ну, вообще вот перестал. Ну, ну если ты его ставишь, у тебя 4 нет, новые не видят. Да, да, да. А, то есть надо типа нам переделывать этот пигмент. Да, походу полностью. Блин. Так что, если хотите патч, вам задача скиллом не выписать с одишками. Ну, теперь хотя бы в этом вратам сделали АУЕ агро, уже радует. Юля, что же у вас сложилось, что вы делаете? Болтар не прощает живых. Силы моча. Лингрен на хильте, что ли, я не знаю, там. $12,000 нахуй. ДПСа в манекен на миллион. Спасибо. Блять, я это так долго ждал. А, я, кстати, конус холода не трогал. Блять, что за хуйня вообще? Там забей, там он сейчас надо фулбилд переделывать. Забей просто. Да нет, это я в 2Т5 бью. 2Т5-2Т4. Потом похуй еще. Так тирок сейчас фулбилд надо переделывать под конус. Или чё? Ну вот сейчас хилят 2 человека. Ну типа... Тут нету стелсы и, блядь, этот, еще... Стелсы вон пришла. Мадфокс чилит нахуй. Или пришел. А, пришла. Ну, типа... У Артема Уда сломался, он хилить не может. Полная хуета абсолютно, блядь. Ничего, ну, блядь... То еще в этом мире не бывает. Ну, он какой-то чел тестит, а 4-4 раза. В принципе, если мы зергать будем, то и 3 хила хватит. Надо. Блять, а что они сделали с картой? Нахуя, самое главное, зачем, блять? Бильярд добавили. Другое место. Они как были имбецилами, так и остались, блять. Лучше бы сделали что-нибудь, блять, стоящее. Андраксис. Какой нахуй Андраксис? Нахуя он им нужен? Это типа стартовые локации и челиков всяких. А, ну да, блять. Охуенно. Это ебать, это лучшее обновление мира, нахуй. Сирус бивай, блять. Сука, нахуй они что-то трогают, блять. Они же нельзя попасть. Ну да. А к вульперам тоже нельзя попасть, получается? Никогда никуда нельзя попасть, понимаешь? Только если ты... Чмырь, как я. Играешь на маге, тут длит его нахуй. Забей, у меня реально, значит, на фурике реально трехкнопочный персонаж стал.
Заходите, у вас есть пару секунд зайти. Вот, чабос появится. Короче, я справа в ДД танч. А я затем бы реально на фурике забирать. Ну а чё нет? Ну давай. Ищи тут страха, повесите близко. Давай не надо про фулика с Глора, я это самое, до связи. 7 минут ребут. А, хорош, ой. Я понял. За что? Давайте у нас 6 минут. Так, ну что, мы будем это, зергать? Давай. Да не надо зергать, давайте нормально убьем, ну, серьезно. Заходите, давайте, у нас 5 минут. Да нет, там твои чешки отстанет, это холёны бедного, ёпта. Да, в чем пишет, что он хереть не может. Угу. Все, поехали, нет? Да, на пул в Лингрена. За линию, все. Все тут, говорю. Да, да. На пул в Лингрена. Поехали, короче. Прота забери, Лёха. Алё, мне во тьме или в святого похерить? Да. Да, блин, склик нахуй. На пулы зайдите. На пулы. Лезу. Чё, тьма стоп, да, делаем? Сколько с цвету хилов перебежали, метеор? Один пока. Один хил. Портал пропал рядом, как был. Диспел!
Беги, малышка, беги! Пришли. Хилси. Чё здесь один хил? Плавишься. Уже вышло, не люблю. И стелсы вышли. Они вдвоём вышли. Геро, дайте. Стелсы вышло. Геро святого. О, я понял. Сюда нахуй. Танковские. Чисто ботинки, блядь. Здесь одна обувь, как на китайском рынке, блядь. Две минуты, Минута тридцать. Чисто в обувной зашли. За эту шляпу и проще есть? Он. Ну, сам потыкай. Просто, ну. Да. Ну, забрал бы сам. И за скринь просто, и все. Одна минута. А, ты видишь? Я думаю, моей чешки там нету, да? Нет, чешки. Видишь, они падают. Да, в натуре. Сейчас Костя снова их заберет и снова распылит. Я не удивлюсь. Мужики, сейчас же все уже, да? Там что-то...